Спустя десятилетия над Чадралунгой снова прозвучал гул самолетов. Эта пилотажная группа из Румынии, принявшая участие в праздничных мероприятиях в селе Авдарма, производила посадку и вылет с Чадралунского аэродрома. Группа готовилась к вылету с самого утра, механики и пилоты тщательно готовили самолеты. Минувшее воскресенье пилоты облетели Гагаузию, провели показательные выступления и прыжки с парашютом в небе над селом Авдарма с участием парашютистов сборной Молдовы и Румынии. Ранее организаторы своими силами подготовили взлетную площадку аэродрома. Разрешение на прилет пилотажной группы дало руководство гражданской авиации Молдовы. Ребята прилетели, отлетали, восхитили авдарминцев и гостей села на нашем большом празднике. Было более 4500 зрителей. Из Кишинева приехали высокие люди, бывшие спортсмены, ребята, члены сборной авиамодельного спорта Республики Молдова. Поразились особенно искусством личного и группового мастерства под лидерством Георгия Ротару. Парашютисты показали свою технику, построили этажерку. Мы рады за наше село, за наших жителей, за нашу Гагаузию, за Республику Молдова. И организаторы, и сами пилоты из Румынии утверждают, что в период прилета и пребывания группы не возникло никаких технических и документальных препонов. Все профильные службы отработали слаженно. Da, suntem prima oară în această zonă a Republicii Moldova. Am mai fost anul trecut la Chișinău, prima dată. Да, я бывал в прошлом году в Молдове, но на юге я нахожусь впервые. Мне очень понравилось, и я думаю, мы будем сотрудничать с селом Авдарма. Никаких проблем не было. Заранее прибыла группа техников. Правда, немного подвела погода. Ветер затруднил прыжки парашютистов. Jos a fost vânt, dar ne-am descurcat și cu formația de patru avioane de acrobație și cu parașutiști. После завершения всех подготовительных работ 4 спортивных самолета и Ан-2 советского производства с техническим персоналом на борту вылетел в Румынию с Чадралунского аэродрома. Некоторые жители и работники различных служб с удовольствием наблюдали за самолетами, надеясь, что Чадралунского аэродрома в Гагаузии, как когда-то это было ранее, будут взлетать крылатые машины.